Привет, друзья! С вами Иванова Галина. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такую круглую коробочку из модулей. Она собирается интересным способом, довольно просто, поэтому справятся и новички. Для нее я использовала модуль размером 1,32. Если вы впервые слышите о модульном оригами, то советую вам посмотреть мое подробное видео, в котором вы узнаете, как разрезать бумагу, сложить модули, какие есть размеры, стороны, особенности работы и так далее. Ссылочка в правом верхнем углу. Берем один модуль, на него одеваем два модуля. Крайние уголки остаются свободные. Будем собирать шкатулку углом. Одеваю сюда один белый модуль и два зеленых. Следующий ряд. Два белых и два зеленых модуля. Дальше. Один красный, два белых и два зеленых модуля. Модули, в принципе, можно не проклеивать. Теперь один белый, один красный, два белых и два зеленых. Следующий ряд. Два белых, один красный, два белых и опять два зеленых. Дальше один зеленый, два белых, один красный, два белых и два зеленых. Теперь два зеленых, два белых, красный, опять два белых и два зеленых. Такой уголок получается. И у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Получается, с этой стороны у нас уже 9 рядов. Этого достаточно. Теперь будем идти, так скажем, в сторону, делать полоску. И повторять рисунок, который у нас идет вот с этого края. То есть 2 зеленых модуля, 2 белых модуля, один красный, два белых и два зеленых. И этот рисунок будем повторять на всей полоске. Продолжаем так собирать полоску, пока в нижнем ряду не будет примерно 48 модулей. Если хотите сделать шкатулочку побольше, то можно сделать полосочку, соответственно, побольше. Я буду где-то делать примерно модулей 50. Вот здесь внизу у меня уже 26 модулей, то есть половинку я уже собрала. Получилась вот такая полоска. Вернее, больше на змейку похоже пока. По нижнему краю у меня 50 модулей, по верхнему 53 зеленых. Поэтому нам нужно сейчас выровнять вот этот край, чтобы он был тоже ровный. Что делаю? Зеленые больше сюда не добавляю. Добавляю 2 белых сюда, 1 красный. Опять два белых и, соответственно, два зеленых. Так, дальше один белый, красный, два белых и два зеленых. Теперь один красный, два белых и опять два зеленых. То есть, видите, здесь уже выравнивается.
И скоро мы эту сторону тоже соберем. Два белых, два зеленых остается. Один белый, два зеленых. И два зеленых. И заканчиваем. Один зеленый. Вот, видите, у нас получился ровный край. И вот такая вот довольно интересная спиралька. Теперь очень аккуратно, если вы не склеивали модули, вот так ее, эту спиральку, смотрите, чтобы нигде не рассоединилась. Вот видите, немножко пытается выскочить, я ее поправляю. Начинаю снизу. Сначала вот как бы так намечаю, куда буду вставлять. Получилась вот такая круглая заготовка. Снизу приклеиваю донышко, можно картонное. Я чаще делаю из бумажных трубочек. Если интересно узнать как, ссылочка на мастер-класс в правом верхнем углу. Кстати, донышко можно приклеить и с этой стороны, а можно вот с этой. То есть получится два варианта коробочек. Если мастер-класс вам понравился, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Впереди много интересных идей. Пока!